Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Пришло время универсального формата на телеканале «Самара ГИС». Всех приветствуем и, конечно же, хочется всех поздравить с тем, что пятница наконец-то наступила. Хорошее настроение впереди. Прекрасная погода, не такая жаркая, может быть, как мы привыкли, но все же это позволит нам немного выдохнуть и провести время с родными и близкими, где-то на природе, может быть, где-то в черте города, но тем не менее отдыхая и расслабляясь. Наше модное лето – так звучит тема нашей сегодняшней программы. И телефон прямого эфира, напомню, 202-11-22. Сегодня мы разыгрываем хорошие пригласительные на спектакль в Театр «Самарская площадь». Уже совсем скоро все театры уйдут на каникулы, поэтому успейте насладиться постановками наших самарских драматургов в полной мере, поэтому вас приглашаем на спектакль «Нашумевший», который был в этом сезоне премьерным, «Русский и литература». Театр «Самарская площадь». Ну и также билеты в кино в такую жару, да и просто выходные. Можно легко сходить и посмотреть какую-нибудь новинку, которая уже вышла в прокате, в киновертикале. Так что следите за нашим эфиром, будем задавать вам совсем скоро вопросы. Ну и ждем ваши. Давайте, не стесняйтесь. Сегодня в нашей студии дизайнеры, которые, как так случилось, объединили свои усилия и открыли замечательный шоу-рум, о котором они расскажут и вообще просветят нас немного о том, какие же модные тенденции, каковы тенденции пляжной моды, ну и вообще просто, как быть модным в городе, и если вдруг не получается отдохнуть где-то за границей или на морях, как поднять себе настроение с помощью ярких аксессуаров. Давайте знакомиться. Итак, с нами здесь дизайнеры одежды и аксессуаров Саша Туганова. Здравствуй, Саша. И Екатерина Фирсова. Добрый день. Ну что, я надеюсь, ваше лето хорошо проходит? Все ли как-то складывается так, как вы планировали, Саш? Да, работаем как стрекозки. Ну, это самое главное, чтобы была какая-то польза. Что, может быть, нового, интересного за это лето уже успело произойти? Дочка растет, сынок радует, все хорошо. Понятно. Да. Катерина, есть какие-то новости этого лета? В отпуск съездили, отдохнули, и теперь с новыми силами окунулись в работу. Новые модели, что-то все новое. В общем, вдохновение есть. Да, вдохновение есть. Саш, ну расскажи, пожалуйста, немножечко о том, чем ты любишь заниматься и чем ты, собственно, занимаешься вот в свободное время. Чем, как говорится, радуешь всех своих поклонников, таланта твоего? Хорошо. Я дизайнер одежды. Шью женскую, мужскую и детскую одежду на индивидуальный пошив. Вот занимаюсь еще аксессуарами, бабочками и еще очень много чего интересного в разработке. Потому что хочется постоянно что-то новое, обновление и чем-то удивлять постоянно новых, ну, своих клиентов, уже старых и новых. Постоянных? Да, и постоянных, чтобы было как-то постоянное обновление. Ну, у нас, кстати, есть фотографии Сашных бабочек, которые действительно нашумевшие, потому что на всяких таких вот интересных маркетах, каких-то выставках всегда вокруг этого стенда собирается много народа. Мы обязательно посмотрим их, я думаю, что в ближайшее время. Саша, вообще, почему ты решила заниматься бабочками? Ну, вот есть такой момент, когда работа и, ну, шить. А бабочки – это моя душа. Вот мне нравится именно встать, заняться, углубиться, уйти в эту прям вот работу. Стоять, потворить, создать. У меня вот, я не знаю, в школе я не любила геометрию, но почему-то в бабочках очень сильно отображается геометрия. Нравится сочетать несочетаемые ткани, цвета. Видим сейчас у нас на экране, и у вас, дорогие зрители, Сашны бабочки, Саш. Но они необычные совсем. Спасибо. Как ты к ним пришла? Расскажи нам. Просто захотелось что-то отойти от одежды, потому что я была в тот момент в декретном отпуске, вот, и как бы шить не удавалось, но хотелось что-то творить своими руками, продолжать, потому что творческий человек, он не может стоять на месте. И вот как-то пришло то, что стоять, ну, как бы за гладильной доской и лепить этих красоток. Красоток? Да, я их каждую люблю, и мои вообще хорошенькие такие. Ну скажи, пожалуйста, вот кто обладатели твоих бабочек удивительных таких? Кому ты, может быть, радуешь? Кто чаще всего обращается к тебе? Ведущие очень любят эти яркие аксессуары для проведения свадеб, корпоративов каких-то. Как вот к этому пришла? Ну это у меня было создание именно футбольной команд, эмблем. Просто как коллекцию эмблем. То есть бабочки, есть уже даже целая коллекция, да, у тебя. Флаг, ну, флаг стран тоже есть. Сейчас вот создаю фруктовую овощную коллекцию. Там они такие яркие все, вспоминающиеся бабочки. А не жарко летом в бабочке? Ну, думаю, что нет. В принципе, можно, да, надеть? Да, это конечно. Не будет, что там сезон какой-то, весна, осень? Нет. Это нет. На свадьбу для жениха? Да, это вот на свадьбу для жениха, ну, как их? Друзья жениха. Жениха, да.
Да, то есть большие такие вот заказы. Для мамы, для сыночка, для мамы дочки, для папы. То есть берут наборами семейными. В нашей семье есть такие бабочки. Именные? От Саши? От Саши Тугановой. То есть они еще все брендированные к тому же. Да, у нас был самый первый бренд. То есть самая первая бирка была пришита на наши. Именно ваши бабочки? Именно на наши бабочки, да. Ну, как часто вы их надеваете, Катя? Ну, мы как раз их покупали перед Новым годом. Мы их одевали на свадьбу сейчас. На свадьбу, да, как-то вместе. У ребенка, когда какие-то праздники в школе, тоже он их постоянно одевает. Малыш у меня, ему год и три. Тоже у него есть своя маленькая бабочка. Маленькая-маленькая. Здорово, друзья. Ну, наше модное лето продолжается, и хочется вас пригласить на спектакль «Русский» и литературы театра «Самарская площадь». Давайте посмотрим на экран. Мы увидим сейчас кадр из одного фильма, который, мне кажется, очень хорошо и ярко как-то показывает женские характеры, разные. Если вы угадали, что это за фильм, звоните нам 202-11-22. Хорошее тоже настроение от этого фильма создается. Ждем ваших телефонных звонков. Катерин, ну вопрос тогда такой интересный. Как пришло вот это рукоделие к вам? Как вообще решили заниматься чем-то таким приятным, таким ярким, красивым? Начала просто шить, как бы изначально у меня мама. Все мое детство, я помню, она шила, постоянно машинка, нас обшивали, нас одевали. То есть это одна из тех счастливых девочек, которая ходила всегда в новом во всем. В маминых обновках, да. Ах вы, коварные девочки. И раньше, кстати, это тоже был, я помню, у меня у мамы был сарафан, у меня была такая же юбочка. То есть это еще вот с тех времен идет вот этот вот family look, он везде еще тогда был распространен. То есть шила мама себе платье, осталось немножечко. Да, и мне шила шортики, допустим, я пошла гулять вместе с мамой. И такой вот единый стиль, да, получается. Вот наши мамы задавали тренды, а не какие-то там иностранные модные дома. Да. И потом как-то по наследству мне тоже перешла машинка. Я тоже начала шить. Вначале старшему сыну, панамки тоже. Сейчас малыш год и три, Арсений у нас. Вот, тоже на него. И как-то подружки, девчонки все начали спрашивать. А не сошьешь ли ты нам? А сшей нам. А можно нам вот эту? Ну и как-то тоже пошло им. Угу. Хочется всех украсить. Всех как-то так яркими сделать. Да. Как так получилось, что стали панамками заниматься? Вообще шапки. Это шапки? Нет, вообще изначально это шли шапки, снуды, трубы. Сейчас лето, нужно что-то новое. Да. Сейчас панамки, повязки на голову, пляж. Лето, пляж, не пойдешь же в шапках сейчас? Кто может надеть панамку, тогда такой вопрос. Да кто угодно. То есть у нас клиенты, ну как бы... Наши, в основном дети, но вот приходили и парни тоже, мы специально по спецзаказу шили просто, допустим, однотонная джинсовая какая-то, просто однотонная под кеды, ну там прикольная вообще, ему хорошо, так стилизованно. Давайте посмотрим, потому что панамки действительно это... То воспоминание о детстве, о лете, потому что мое лето начиналось именно с того момента, когда мама доставала откуда-то там из шкафа с высоты, куда еще было тогда не добраться, мою панамку белую в синий горошек, такая замечательная. Из чего шьем? Ткани разные, в основном хлопок, состав тоже, производитель тоже разный, и Россия. Вот это конкретно американский хлопок. Выцветает ли, вымывается ли? Нет, вот проверено в отпуске, конкретно вот эту вот, кстати, панамку моего сына. И соленая вода, и жара 40-градусная, ничего не выцветает. Ну, отличное качество, мне очень оно нравится. Как бы вначале спробуешь на себе, потом уже пускаешь в массу. Панамки с ушками, новый тренд, панамки, так понимаю, ушками, как шапки с ушами, которые были в этом году. Котошапки, а это котопанамки. Котопанамки, попробуй еще выговори, котопанамки. Вот Арсений у нас. То есть главный модник, да? Он самый главный у нас, модель самая главная. Носитель панамок. То есть все вначале... На нем это все примеряется. Я так понимаю, это какой-то элемент, куда можно... Это для косичек, для хвостиков, да. Вот такая вот смешная детская панамочка. Слушай, действительно вечная проблема. Если у тебя две косички, два вот хвоста. Пожалуйста. Или что-то еще приходилось либо распускать, либо переплетаться как-то. И панамки давили на голову. А здесь ничего не будет давить. А кто пришел к этой мысли? Вы запатентовали это, Катя? Я Катю называю головных дел мастера. Она реально зимой шапки. Вот это, кстати, двусторонняя панамка. Вот это двусторонняя. Вы вернете носить. Там другой цвет.
Это бабочки, бантики. А как вообще, вот, допустим, девушка, если уже не 10, там, 12 лет, а уже там за 20 далеко, может ли она позволить себе по возрасту надеть все-таки панамку летом в городе? Или все-таки это немножко... Я все-таки ссылаюсь, что это больше пляжная мода. Ну, нет, это может, если какая-то... Фактура, другая ткань, либо хотя бы просто однотонная. Почему нет? Ее тоже можно так же одеть и... балетками, такой же цвет панамка, это будет стильно. Красиво пойти гулять с ребенком в парк. Здорово, в одинаковых панамках. Только одна большая, другая маленькая. Да. Друзья, телефон прямого эфира 202-11-22. Мы сейчас смотрим на экран и видим там кадры из одного фильма. Год 1981, очень интересный фильм о судьбе женщин, ну, могу подсказать, на флоте. Что там было дальше, если смотрели, вы знаете. Позвоните нам, расскажите, что за кадр мы загадали. 202-11-22. Вопрос. Я не знаю, с подвохом или нет. Как так случилось, что вы нашли друг друга и решили объединить ваши усилия, ваши бренды, ваши красивые вещи в одно место? Ну, объединило нас вообще с самого начала. Это общая ярмарка. То есть один город, все как бы одни дизайнеры, все друг друга знаем. Вот. Познакомились, пообщались. На Сандейп-маркете. Понравились друг другу, начали общаться, сейчас дружим с семьями. Вот. И как известно, что одному человеку многое тяжело сделать, вдвоем легче. А втроем еще. Да. Одна голова хорошо, а втроем еще веселее. Да. И вот мы с Катей объединились вместе, пришли к одной идее, что нужно открывать свой магазин, потому что, ну, как бы... Нужно это делать. Нужно люди, потому что хотят посмотреть, люди где-то все хотят потрогать, интернет пощупать. Интернет это одно, да? Да, примерить интернет это одно, как-то приложить. А видеть вживую, приложить к себе, это уже совершенно другой уровень. Ну давайте посмотрим фотографии с открытия вашего шоу-рума. Что такое шоу-рум? Шоу-рум — это матчасть, давайте. Да, давайте, это объединение дизайнеров, то есть не один дизайнер представлен, а много. То есть мы ищем сейчас интересных людей с украшениями, которые занимаются обувью также, чтобы это было место, куда можно прийти, например, всей семьей, мама, папа, дети, и оделись с ног до головы, потому что полный цельный образ, чтобы был. Вот разрезание нашей красной ленточки, все серьезно, все официально. Молодцы. Вот. А получается, что в шоу-руме также представлена, допустим, одна вещь в разных размерах, или она одна единственная там? В одном размере, потому что мы там в этом же помещении отшиваем коллекции, шьем индивидуальный пошив, как я уже говорила, потому что сразу вещи отшиваются. Если, например, пришла девушка, ей или мало, или больше, мы просто шьем из этой же ткани или из другой, эту же модель. Вот. Стараешься как-то не повторяться все равно. Эксклюзивно, чтобы было, да как-то? Ну, бывают, конечно же, повторы, все равно кто-то вот я хочу именно такой же. Да. Пожалуйста. Тогда идете навстречу. Да. Так стараемся, чтобы... У вас только женская одежда пока, да? Вот сейчас пока скоро начнутся мужские рубашки. Да. Начнутся к сезону осени? Это у нас стена. Да. Все в разработке. Понятно. Чай, кофе, печеньки. Все есть. Приходите, мы ждем вас в гости. Вот, пожалуйста, друзья мои. Очень ярко и весело там. Я предлагаю принять телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Людмила. Людмила, очень приятно. Признавайтесь, Людмила, вы модница? Конечно. Конечно. Ну, девушки, мне кажется, Тамары. Это точно. Людмила, ну поделитесь, что уже успели прям вот заносить, потому что очень нравится этим летом? Что вот такое любимое есть? Панамка. Ой, очень любимое, если честно, не панамки. Самое любимое — это сарафан. Сарафан, в котором легко, свободно и не жарко. Конечно. А как вы, как вы считаете, вот какие самые, может быть, яркие или не очень яркие цвета этого лета должны быть у всех девчонок модных самарских? Ну, это точно цвета. Ну и, может быть, оранжевый. Ну, а ваш любимый цвет какой? Бирюза. А, еще раз повторите, пожалуйста. Бирюзовый цвет. Бирюзовый цвет. Красивый цвет, наверное, к глазам к вашим хорошо подходит. Ну, давайте мы вас не будем больше мучить вопросами про моду. А узнали ли вы фильм, который мы загадали? Почему-то очень плохо вас слышно, Людмила. Если вам не сложно, повторите, пожалуйста. Я думаю, этот фильм называется «Женщины шутят всерьез». Нет, к сожалению, нет, но слово «женщина» там присутствует. Может быть, будет какой-то еще вариант?
Я так понимаю, просто я вижу знакомый кадр, что там снимается актер Леонид Филатов. Да, 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 да. Ну, вы очень близки. Даже песня Юрия Антонова, самая нашумевшая, которая там исполнялась. Может быть, вспомните, что там с женщинами нужно делать, чтобы они вели себя хорошо? Но если вспомните, звоните нам, друзья. Если вы угадали, 202-11-22. Женщины, мы выяснили, в названии фильма присутствуют. Что же это за фильм? Если знаете, давайте звоните. Ждем ваш телефонный звонок очень-очень срочно. У вас есть еще время выиграть пригласительные билеты на завершающий показ спектакля «Русский и литература». Завершается театральный сезон летний. Так что успейте выиграть эту возможность. Ну, мы выяснили, что в этом сезоне, этим летом, очень популярны панамки с дырками, да. Яркие бабочки, какие-то невероятные принты. Кстати, какие принты-то актуальны, кроме горошка, который никогда не выходит из моды, и графики, я так понимаю, тоже, которые... Геометрия. Геометрия, да. Угу. Что еще можете коты. Сказать? Коты. Коты, они вот прям в тренде. Ну-ка, сейчас мы посмотрим, смотрите. Да. Это такой детский свитшотик. Ну да, это немножко не мой размерчик. Ну да. Ну, я думаю, можно шить и взрослый, это как бы не проблема. Красота. Да, они классные. Слушайте, ну, я так понимаю, все равно мамочки современные, они очень любят наряжать своих детей, да? Да. И вот не тратят, вернее, как бы не устают тратить ни силы на то, чтобы выискать, да, какую-то детальку интересную. У вас проходило, я так понимаю, как-то недавно дефиле. Что это было за дефиле? У нас уже было два дефиле. Два дефиле. Да. И кто обычно в этом дефиле участвует? У нас тоже есть фотографии, я предлагаю посмотреть. Но прежде принимаю телефонный звонок. Все-таки догадался кто-то. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Наталья. Наталья, вы модница, давайте признавайтесь на всю Самару. Относительно. У меня свое видение. Понятно. Но все равно ведь есть любимая летняя вещь. Ну, на данный момент трава, в которой не жарко. Да, действительно. Что-то льняное, что-то хлопковое, видимо. А любимый цвет есть у вас? Ну, изумрудный. У нас собрались какие сегодня модные такие. Говорите, не модница. А говорите, не модница, вот нам дизайнер подсказывает. Ну, давайте мы сейчас вас попытаем, что же за фильм мы загадали. «Берегите женщин». Конечно, смотрели? Смотрела. Нравится? Ну, по тем временам, когда он был, да. Сейчас он уже немножко как бы из прошлой жизни. Ну да, может быть... Как все наши фильмы советского времени. Наивные, да, добрые, да, действительно. Но если вы, друзья, не смотрели, обязательно посмотрите. Очень хорошее впечатление оставляет. Ну, а вам хочется пожелать хорошего дня. Спасибо, что позвонили. Отправляйтесь в театр. Дефиле. Мы говорили о модном дефиле. Причем сейчас мы видим просто яркие кадры. Да, это рабочие кадры дефиле. Я так понимаю, это что-то примерка? Это у нас была выставка в музее Алабина. Ярмарка «Бэйби Бум» проходила. Угу. Я попросила, пригласила своих знакомых девочек, мы уже не первый раз с ними сотрудничаем. Это школа юных моделей Светланы Трошаевой. И вот девчонки, юные модельки, они согласились показать... Не только юные модели. Это вот я, да. Это я. Сам не примеришь. Вот, это вот такой костюмчик. Они выходили из открывающихся да, дверей. Они выходили из открывающихся дверей, проходили вот дефиле, это мне очень нравится, позировали. Прям, я бы сама такое носила. Мне показывали кажется. Это вот юбочка с бантиком. То есть это все да. Как бы ваших рук дело. Это все хендмейд, да, это все K&A. Кстати, что это значит? Это первые буквы моей семьи, то есть Катя, Андрей. Кирилл Арсений. Все связано. Да, все связано. Понятно. Но вообще, вот как, может быть, детки сами реагируют на такие яркие вещи, я не знаю. Детям что-то... очень нравится. Они мимо вот не проходят. Ну, еще, я тоже не где-то на ярмарках они всегда. Ой, мама! Ну, коты это да. Это, коты, конечно. Это особенно вообще. Берите маму на заметку, что коты это модно. Это тема.
Как вообще, может быть, я не знаю, действительно вас найти, получить какой-то мастер-класс или совет, или консультацию? Что-то вы устраиваете в своем вот. Шоу-руме? Как-то прийти, пообщаться, может быть, да, принести вещь какую-нибудь, думали. Подобрать к ней другую вещь? Все в проекте в ближайшее время. Будут какие-то творческие встречи? Да, обязательно. Раз в месяц мы планируем проводить вечеринки, когда отшивается новая коллекция. Мы открылись только в эту вот субботу. То есть вы прям вот с пылу жару сразу к нам эфир. Да, вот как здорово, мы подгадали, друзья мои. Ну, девушки шьют не только детскую одежду, шьют одежду еще и для взрослых. Я предлагаю сейчас посмотреть на уже более такие работы серьезные, может быть, масштабные. Рассказывайте, чьи работы? Мои работы. Это Саша Туганова. Да, Саша Туганова. Шила юбка. Для кого? Для себя? Нет, ну, все так же на коллекцию, на продажу. Также вот в тот момент была в московском шоуруме, там выставлялась. Это заказ для прекрасной Ульяны. Ой, это, кстати, батутная съемка была. Съемка в полете. Это же Катина, да? Да, да. Катя, Саша, но я так понимаю, что вы сейчас уже объединяетесь настолько, что, в принципе, как бы вас должны уже воспринимать как... Мариачка. Ну да, как шоуру, как магазин, да, мы в команде. Опять же, музей Аладдина. А что, еще и костюмы шьете? Нет, это просто. Шьем аниматорские костюмы, да. Конкретно это юбочка детская. Повязочка, юбочка, все в комплекте. Можно подобрать полный цельный образ. Пойти. И для мамы тоже. Скажите, девочки, ну вообще сложно вот так было решиться на открытие подобного чего-то в своей жизни? Я так понимаю, для вас это первый опыт. Ну, как-то не первый. Все равно мы долго к этому шли. Ну, Саша не первый. Нет, не первый. У меня первый. Да. Шли. Нужно просто, как я всегда говорю, нужно не стоять на месте, нужно двигаться вперед, пробиваться, иметь цели, добиваться их. Вот. И как бы идем вперед, несмотря ни на что, к своей цели. Да. Это просто следующая ступень. Да. Дальше будет еще и еще. Ой, искренне вам желаю, чтобы ваши мечты сбывались, потому что буквально там несколько месяцев назад, когда Саша приходила к нам в начале апреля, она говорила, я хочу открыть свой шоу. Да. Апрель, май, июнь, июль. 4 а я сидела, месяца смотрела на нее и думала, да-да-да, мы это сделаем. То есть мы уже это обговаривали. Мечты сбываются. Может быть, это волшебное место, где стоит столько объявить о чем-то наш эфир, и все сбывается. Вам, друзья, я говорю о том, что мы с вами не прощаемся. В следующей части нашей программы у нас дизайнер аксессуаров очень удивительных, волшебных, легких, летних, невесомых. Ну и для вас также прозвучит вопрос. Будем разыгрывать билеты в кино. Не переключайтесь. Почти портретное сходство и художественная ценность. Кукольный образ императрицы Екатерины II, жемчужина экспозиции. Создавать такие произведения прикладного искусства – работа ювелирная. Ордена на груди венценосной особы практически точно соответствуют тем, что изображены на портретах. На платье тончайшая вышивка и сотни мельчайших камней. У художницы Ольги Бакановой свои секреты, как простое превратить в эксклюзивное. Золото, из которого сшито платье, оно это крашеная ткань. Она на самом деле простая, какого-то бежевого цвета. Мантия тоже очень сложная в исполнении была. Берется бархат подходящего цвета оттенка, там аппликация гербов. Но мы старались имитировать вышивку. И возможно, что это даже и удалось нам, потому что все считают, что это вышивка. Выставка кукол в особняке Клотта постоянно обновляется и пополняется новыми героями. В этом сезоне помимо Екатерины II почетные места заняли княгиня Ольга и Александр Невский. За год художница и двое ее помощников делают не более 5 кукол. Труд кропотливый и длительный. И с каждым годом мастерство становится все совершенней. Высочайшая эстетика. Под таким кредо делают выставки в Самарской детской картинной галерее. Удивляют даже иностранцев. В Интермузее в Москве. В Москве мы показывали выставку для слепых. И тоже произвели очень хорошее впечатление. К нам подошли, в общем-то, наши коллеги из музея Прадо. И получилось так, что они настолько оценили нашу коллекцию для слепых, что поняли, что их коллекция уступает. Кроме эксклюзивных кукол, в музее еще 2 новые экспозиции. Историческая Самара 19-го – начала 20 веков в картинах Владимира Алексушина и вечные ценности в рисунках детей.
Наше модное лето продолжается, это универсальный формат. С вами Юлия Чернеева, и мы сейчас, наверное, для вас еще один вопрос зададим, для того, чтобы вы скорее-скорее набирали наш номер и выигрывали пригласительные билеты в кино. До 31 августа действует пригласительный в кино «Вертикаль» на двоих. Смотрим на экран, что же за фильм летний, замечательный, тоже старенький, но все же мы видим. Звоните, если узнали. Что же это за фильм 202-11-22? Вот даже чуть-чуть телефон забыла, потому что вспоминала, что в этом фильме тоже присутствуют кое-какие цифры. А не о цифрах мы сегодня, а о модных летних тенденциях говорим. С нами дизайнеры сегодня, самарские дизайнеры. И вот давайте встречать дизайнера аксессуаров Каролина Иванова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как ваше лето? Ярко, насыщенно? Надеюсь. Да, лето очень яркое, вдохновляюсь и отпуском, проведенным за границей. Да, загар-то, конечно, можно уже только позавидовать. И вообще, конечно, самарским пляжем. Я обожаю Самарскую набережную, я когда туда выхожу, я просто очень много вдохновения получаю от чистоты, красоты Волги. Просто потрясающе. Ну, все равно ведь есть какая-то история о том, как началась модная линия вот таких аксессуаров дизайнерских у Каролины конкретно? Конечно. Сейчас, скажем так, рынок перенасыщен, и всегда хочется выделиться, сделать то, что в люди влюбятся. Все это зарождалось постепенно. Примерно на все, что сейчас у меня есть, ушло 3,5 года. Угу. То есть вот небольшой мой рост в развитии 3,5 года. Я занимаюсь этим и сейчас создаю вот такие эксклюзивные интересные украшения. Mm-hmm. Ну, я так понимаю, если посмотреть на какие-то работы 3-летней давности, будут отличаться. Стыдно за них? Нет, не стыдно, mm-hmm. потому что, как сказать, ребенок, он вырастает, он рисует каракули, а потом начинает рисовать более существенные вещи. 3 года назад я была ребенком, я считаю так. А сейчас я расту и развиваюсь, и мне есть еще куда расти. Вот это самое главное для мастера, мне кажется, признавать, что он несовершенен еще пока и будет работать, работать и работать над собой. У нас есть телефонный звонок, давайте выяснять, кто к нам позвонил. Здравствуйте. Как вас зовут? Алена. Алена, очень приятно. Алена, вы модница? Ну, можно сказать так. Что же любимое летнее, что носится, вот, может быть, и нравится очень-очень? Ой, очень много всего, но главное, чтобы это было яркое, воздушное какое-то, с цветами, может быть. Ага, ну так давайте сейчас посмотрим на экран, какой же фильм мы увидим. Это замечательный фильм «3+2». «3+2», знаменитое самое выражение оттуда, помните? Которые пообещали мужчины, когда приехали на отдых. Что-то я подзабыла. Ну а как же, не бриться, не пить, не курить. И никаких девчонок. Не помните такого? Было такое. Вряд ли сейчас современные мужчины придерживаются на отдыхе таких каких-то, не знаю, законов. Но все же в кино вы отправляетесь, в кино «Вертикаль» вас ждет, прохладные залы, лучшие, одни из лучших залов нашего города. Спасибо большое. А из чего вся эта красота, Каролин? Я работаю с натуральными камнями. Есть здесь не представлены, но есть украшения, которые делаю из полимерной глины. Угу. Такой эластичный материал, по структуре напоминает полимерную пластилин. Вот, он запекается под температурой и затвердевает, как пластик. Угу. Вот. А в основном работаю с материалами, которые покупаю в магазинах фурнитуры. То есть в основном с готовым материалом. Есть ли любимый какой-то камень, может быть, который, ну, очень нравится и всегда прям радостный? Вообще я люблю аметист из-за того, что он такой фиолетовый, насыщенный цвет такой интересный. Ну, все полюбила камни, пока с ними работала, потому что, ну, невозможно их не любить то, чем ты работаешь, чем ты живешь. Практически это хозяйка материал. Медной горы у нас тут сейчас сидит с малахитовой шкатулкой. Вопрос, нужно ли обращать внимание человеку, девушке, мужчине, если он решил сделать подарок своей возлюбленной, на вообще вот значение камней? Есть ли какая-то консультация с вашей стороны для ваших покупателей? Честно скажу, нет, потому что если бы я продавала просто кулоны или бусы, которые на ниточке, угу, то, возможно, бы это имело бы смысл. Я сочетаю много камней в одном украшении. Вот, например, здесь есть аквамарин, агат, перламутр, коралл. Вы представьте, что это одному человеку... Сколько будет, энергетики камней. Сколько энергетики, да. И все это зато красиво смотрится. Я считаю, что нужно
покупать красивые вещи, а не то, что имеет смысл какой-то. Ну и, в принципе, за смыслом-то тоже можно, если что, покопаться, кому интересно. Если кому интересно, какие камни, спросить, а уж самому потом почитать что-то. У меня вот бывает роспись, и если человеку подходит агат, яшма или те камни, которые крупные, на которых можно выполнить роспись, я выполняю роспись. Угу. Я предлагаю нашим зрителям сейчас более детально взглянуть на работы Каролины, и эти работы она нам прислала заранее. Ранее к эфиру подготовили мы их, и сейчас просим режиссеров показать их вам, а Каролина нам расскажет, что мы видим, потому что там действительно можно подробно рассмотреть все детали, все нюансы, и я думаю, что там как раз-таки вот эту роспись, которая и здесь представлена, мы увидим более подробно. Это серьги. Сережечки, да. А что, то есть это все как бы сама, да? Да, все вот это набираешь, делаешь? Бусинки использую разные, чтобы композиционно это очень интересно смотрелось. Вот, кстати, полимерная глина, о которой я вам говорила, роспись камушков. Есть художественное образование? Или да. Сама научилась рисовать? Есть, да? Художественное образование. А это что такое? Это пантера на агате. Это вот в морском стиле. Очень украшение. Сейчас, да, очень актуально. У меня как раз берут такие часто. Вот. Роспись выполняю на камушках, которые подходят. Вот, например, розовый кварц есть, аметист, да, вот, смородина. Камни. Очень интересная, колоритная. В основном такие украшения массивные берут женщины там под 40 лет, потому что они любят насыщенные яркие цвета. Ну, они их украшают. Ага. В восточном стиле у меня есть много украшений, в этническом. Вот такие вот яркие девушкам подойдут молодым, угу, которые хотят выделиться фуксией. Опять вот же котики. Котики, да. Котики. Я вот на самом деле скажу, что больше всего заказывают из росписи котиков, то есть рысей, пантер, тигров, львов. Вот все, что связано с кошачьим семейством, это прям на самом деле берут на ура. Ну, потому что несколько котики лет это наше назад, все. Несколько лет назад тренд были совы. Да, вот брали сов. А лисы сейчас были еще. Да. А сейчас вот... Вот, это вообще волшебно. Можно сказать, что свадебное. Такие вот брошечки, аксессуары, которыми можно закалывать шарфики. Есть такие тонкие работы с кружевом, да, вот я хотела спросить, это же тоже с бисером. Тенденции разные. Да, получается, что приходится осваивать очень много техник для выполнения того или иного изделия, потому что приходится работать и с бисером, и с камнями, и с полимерной глиной. То есть получается, что размах очень большой. Дома, я так понимаю, склады, да, вот этих камней? Ну, выделена комната целая. Целая комната. Что домашние говорят? А домашние молчат. Пока молчат. Потому что мама молчит, она счастлива, она занимается любимым делом, никого не трогает, и ее никто не трогает. Понятно. Ну, а помогают ли ваши домочадцы как-то вам в этом? Не знаю, что-то сварить, я не знаю, приварить? У меня дочка 5 лет, она иногда... сует свой носик, и на самом деле у нас иногда получаются очень интересные вещи. Она, бывает, бусинки расставляет, и я смотрю, у нее получилась интересная композиция, сочетание, и получается, что у нас такой же творческий дуэт. Но она носит что-то мамину? А мамина, бывает, да, бусики я и делаю, если мы идем в садик на праздник. Вот, также у меня, кстати, дочка хорошо рисует, я думаю, что в процессе у нас будет уже какой-то тандем. Творческий тандем, да. Понятно. Ну, а вообще вот эта работа, она достаточно ведь действительно ювелирная, кропотливая. И как много времени нужно для того, чтобы создать, например, одно колье? Времени по-разному уходит. Иногда приходится пересобирать. Бывает, а почему что, пересобирать? Собрала и не нравится. А бывает, как говорится, все налегке делается. Все, как говорится, с одного мазка. У художников тоже такое бывает. Вот. Но я, знаете, что хочу сказать? Я никогда не чувствую усталости от своих работ, от того, что я поработала. Потому что я не так много этим занимаюсь. И это для меня, как сказать... Настолько приятно заниматься этим, потому что я отдыхаю. Я получаю огромное удовольствие от создания каждой модели. Это как для художника рисовать картину, реализовывать свои творческие моменты. Угу. Ну, а вообще не жалко расставаться с этим совсем? Нет, это я делаю для людей. И, знаете, не жалко, потому что потом я это продам, куплю новые материалы и сделаю новые шедевры. То есть такой процесс беспрерывный такой. Да, водоворот. Водоворот. Ну, а есть те, кто, допустим, возвращается, что-то еще им нужно? Да, я скажу честно, что я живу исключительно за счет таких людей, которые стали постоянными моими клиентами. И вообще...
Получается так, что у меня большинство клиентов, к сожалению, из Москвы. К сожалению, потому что из Самары, да? Очень мало. Встретить на улицах не получается, да? Да, таком... вот получается, что из Самары очень мало. А почему вот именно москвичи? До них быстрее дошло, что можно это сказать, красиво? Они более продвинутые. У них они любят быть индивидуальными. И ищут людей, которые могут дать им эту индивидуальность. И там все-таки другой темп жизни, другой уровень. Там то, что везде есть, люди не покупают. Им нужна эксклюзивность. Поэтому я считаю, что я в Москве пользуюсь спросом. Ну и в Самаре тоже есть люди, которые уже знают про меня и постоянно ко мне приходят. Угу. Ну а есть ли, например, какие-то задумки, новые материалы, какие-то новые технологии, что-то еще? В плане задумок такого уровня еще нету. Есть задумки по поводу там, дальнейшего открытия своей собственной мастерской, чтобы все-таки освободить комнату детям уже. Это понятно, да. И хотелось бы в этом плане развиваться пока. А материалы какие-нибудь, может быть, новые? Ну, вот я услышала и полимерная глина, и кожа, и кружево, что-то еще можно? Мне кажется, я уже использую все, что можно использовать. Единственное, проволоку не использую. Сейчас очень актуальна проволока медная, но... просто мне некуда это все складировать будет. Мне этого достаточно. Бисер, полимерная глина, камни, роспись. Этого прям вот достаточно пока. А вот так, например, вот чтобы какое-то ваше колье отправилось далеко-далеко, есть какие-то города, куда самое дальнее отправлялось? Дальнее, знаете как, у меня заказывали и отправляли. А вот пока за рубеж не отправляла. Ну, максимум в Украину, в Казахстан. Ну, это так же вот. Все равно уже... Ну, ближнее зарубежье, да. Ближнее зарубежье, другие регионы, вот. Расширяемся. Было так, что много покупали, опять-таки, в ту же Москву, для того, чтобы подарить девочкам, которые живут в Италии, в Испании, в Европе. То есть можно сейчас сказать, что в данный момент, пока мы сидим, общаемся, какая-то барышня из Италии выгуливает колье на каком-нибудь свидании и даже не думает о том, что это какая-то замечательная мастерица из Самары, вот так вот ее сделала такой красивой. Ну, а вообще, в принципе, я так понимаю, что нравится это все. И конечно, останавливаться пока конечно. Нет желания. И даже не собираюсь менять сферу деятельности, потому что это полностью отвечает моим потребностям. Женщина, она, мне кажется, должна заниматься творческой работой. Ну, и вдохновлять творить. Всех вокруг да. себя. И украшать всех. И украшать, и себя в том числе. Не бойтесь быть красивыми, яркими, а если какие-то есть вопросы, всех наших дизайнеров можно найти у нас в группе программы «Универсальный формат». Обратиться к ним за консультацией и посмотреть все то, что сегодня мы здесь для вас представили и рассказали. Большое спасибо всем, кто принимал участие в программе. Будьте яркими, модными. Не забывайте, что лето-то оно не резиновое. Постарайтесь по максимуму успеть все, что запланировали. До встречи.